Я не буду просто так ждать, когда Леонардо придет. Я просто найду координаты Микеланджело и сам доберусь до Японии. Там я встречу Леонардо и найду Микеланджело. Вот они, маусеры, наблюдают и смотрят. Где же я? Они думают, что я приду и буду драку начинать. И охраняют эти координаты Микеланджело. Там подписано Микеланджело. Так что я просто беру координаты, там уничтожу этих маусеров. Ну и робота Леонардо, и все. Мастер Шредер сказал тут ждать, так что Леонардо не уходи. Хотел, где на нубу еду, даже ты не уйдешь. Я уползу, понятно тебе? Привет, ребята. А у вас тут случайные координаты Микеланджело? Да. А что? Я пришел за ними. Помогите! Я ранен, я ухожу. Ладно, перевязал. Пойду к маусерам, ну и к роботу Леонардо. Теперь осталось от Рафаэля. А теперь еще больше достанется. Возьму сейчас оружие. Вот и координаты. Остается только убежать. Только надо аккуратнее. Друг под скалы. Например, вот один маусер, помню, упал, когда я шел. Прямо с этой скалы. Так что буду осторожней. Никуда ты с координатами не уйдешь. Я хотел отправиться в Японию, чтобы найти там Леонардо и уничтожить его. Но нет, я не пришел в Японию, потому что я знал, что ты придешь сюда. Координаты, конечно, настоящие, но ты ничего не поймешь. Там все написано шифром. Все, кроме слова Микеланджело. Ах ты, дурацкий Шредер! Тебе конец! На тебе, на! На. Вот так вот тебе, Шредер. Ах ты. Я тебя сейчас пну. На. Вот ты и уклю. Понятно? Я тебя скину и все. Конец тебе. На. Маусеру бабочке пора полетать. Думаешь, что Шредер не пережил такое большое падение? Так что мне остается только отправиться в Японию, и все. Я нахожу Микеланджело и своего брата Леонардо, и все. Я победил, кстати. Чампи, иди сюда. Молодец, еще координаты пронес. Так что надеюсь, что Леонардо сможет сейчас говорить. Рафаэль, я наладила опять связь. Так что там случилось?
Я слушаю, что Шреддер упал. Так он жив или нет? Я не знаю. Я думаю, что он не жив. Он умер. Это 100%. Он упал с высокой горы. Думаю, он не выжил. Я так не думаю, потому что, ну, как объяснить? Я опять слышала разговоры. Ладно, шучу я. Таких разговоров я не слышал. Потому что я больше уже не слушаю, что там говорил Шреддер. Я же у тебя. Ну, то есть Маусер у тебя. И, кстати, кажется, я скоро буду уже с тобой. Так что, братишка, жди меня. Опять связь выключается. Ну ладно, пока, я тебя люблю, Леонардо. Опять связь пропала. Ну ладно, я буду есть пиццу. И потом уже буду спать.